еще что-то там. Слушай, ну я, честно, я открыт ко всему, я же поэтому и говорю, что возможно в этой жизни все. Ну и она категорично не говорит нет, понимаешь? Очень подозрительно. Там многому говорит. Другая бы сказала, ты вы что, гоните, там, да, мы поругались, как бы, с Сережей, да, но у меня отношения, мы еще там, ну, понятно, что там можно тысячу точек ставить, да, люди просто поругались, а тут она конкретно задумывалась, да, как бы закраснела сама. Лех, давай выйдем куда-нибудь. А, ты ей предложил? Она говорит, нет. А, она тебе предложила? Да. Слушай, Лех, может быть, ситуация, конечно, перевернется ваша. Может быть, Серега был прав, что она тебя любит до сих пор? Ну а смысл тогда вот этих отношений? Если она любит тебя, смысл тогда вот это, ну то, что они там кричат, ругаются, грязь вот эту разводят. Мне кажется, ей надо разобраться. В себе. Себе. А мне надо ей помочь. А тебе нужно помочь. Элина позвала прогуляться. Ты не против? Маша сказала, я не против. А сейчас ты вообще, тебе все равно должна удерживать, это его решение. Так я смотрю. Не, Маша не будет, она сказала, я сейчас на бассейн, сейчас заорать. Я просто смотрю на его действия, на его желание. Почему тебе это приятно, потому что он идет с другой девчонкой. Маша, обещаю.